Ну-ка включи там свет, посмотрю я. Вот они едят рыбу. Дали им. Вот первое это вот это хвостом это вот сейчас пока это синеглазка называется. Рядом паля. Это рыжая бабка, а это палин сын белый зовем. Вот так. И у Володи там сколько? 5 штук. 5. Это у меня 4. У Надежды Васильевны 1-5. Ну и подпали там 5. Черные это. Ну что нам делать с ними? Они нас сожрут. Я объявление давал, никому не надо. Вот как. Ой-ой-ой. Я на улице выставил стол, а на столе ящики 3. И там всякие воробьи, голуби. А эти сидят и смотрят. Им надо тоже бы там быть, но не выпускаю пока. Вот они как у меня завтракают. Две чашки. Книга «Закрытым оком», том 1, вопрос 198. Вот, Надежда Васильевна одна, один рыжий. И подпали там. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. 5 штук там еще. Это пришло к нам от южных соседей. Очень заманчивая мысль, что у человека не одна единственная жизнь, а бесконечное множество. И если она не удалась сейчас, то попытки можно повторять бесконечно. Мы имеем богооткровенную истину, и открыта она Духом Святым в Святой Библии. Евреям 9:28. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи. Паля начинает мыться. Кто ее так учил? Наслюнявит руку, как тряпку. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Открытым оком». Тут на дороге спит все время. 103. Тема «Смерть». Правильно ли, что покойнику в гроб кладут пояс «Живые в помощи»? Это называется синеглазые. Глаза синие-синие. Это белый гоняется за ней, играет. Вот они воробьев гоняют через окно. Это скорчужилась паля. Холодно, сегодня печку не топил. Между, оказалось, нашими квартирами с Надеждой, там, видно, проход есть. И кошки туда, оттуда пришли сюда, а рыжая мать их ушла туда, там с рыжим двое. У меня тут 4. А в храме там 5. Синеглазая так, там привязана игрушкой.
Ты не ложись только, я про много раз уже говорил, днем не ложись никогда. Не ложись. И голова кружится, и все равно по-своему. Как что сказал, сразу бежать. Глаза синие-синие у кошки. Интересно так. Мы зовем синеглазка. Исполняешь закон, а если ты преступник закона, то обрезание твое стало не обрезанием. Толкование. Так как обрезание было в большом уважении у иудеев, то не сказал о нем тотчас в начале, что обрезание излишне и бесполезно, это но на словах допускает, а синеглазая отвергает его и говорит. От белого. Секундочку. Паля. А вот рыжая сидит, бабка их. Это занятия идут. Я отвлекся, потому что они интересно тут. О, за мной бегают. Ну, как они любят меня. Мой карман с рыбой. Из кухни сейчас снег выкидывал со двора во дворе. Пришел оттуда. Нет, я имею в виду, ты из какого области, город там? Ну так и спрашивать правильно надо, где я нахожусь, а то откуда? Откуда это пункт А, пункт Б? Что ж это? Нет, вот, да, пункт А, пункт Б. Откуда? Ниоткуда, я нахожусь дома. А нахожусь я в город Барнаул, Алтайский край. Лапкин Игнатий Тихонович, мне 81 год. Это вам достаточно? Обалдеть, 81 год. Да. Что на Алтае холодно? Холодно. Третий день уже снег пошел. Мы пришли сюда с великой миссией во имя Иисуса Христа. Что Он жил, страдал, умер на кресте ради каждого человека. Грехи мира понес на себе. А вот эта чат-рулетка, она как раз как от сатаны. Одни блудники собрались здесь. Да. Мало кто живой остался. Ну да, здесь одни бесы. Без всякие мерзости, матерятся, сквернословят, блудят, анонизмом занимаются. Ужасно. И мы им говорим, за эти дела Господь говорит, будете гореть в озере огненном, где дьявол, и скрежет зубов, и плач, и день, и ночь, бесконечные веки. А покаявшийся идет в Царство Небесное со Христом. А вы-то зачем здесь? Затем, что здесь больные все, и Господь нас как врачей послал, чтобы возвестить о скором пришествии Господа. Все правильно, да. Я тоже за это. Чтоб всех излечить, кто тут есть. Ну, лечит Господь. Мы возвещаем истину Господню. Все плохо. Даже красиво и умно составленные похождения Геракла, даже путь Азириса и описание мусульманского рая есть прелесть, как понимали все святые отцы, так и все православные и особенно красочные католические картинки о том,
что умершего грешника можно вызволить из тьмы вечный свет Христов через Церковь. Есть всего лишь благочестивое заблуждение невозрожденных душ и корыстолюбие монахов и попов. Ведро бросил косточки. Залез туда, и, Володя, за воротник не вытащишь. Кости, отдельные кости, которые на выброс. Жоркий такой, поэтому здоровый такой. Ну, все, опять. Там половина угря и косточки. Косточки голые, ничего на них нету. Все. Говорит, патриот русского желудка. О. Белый? Фантастик. Вытащил, уже ест опять. А до этого я не мог его вытащить даже, пока не достал косточку. Так вот потому и так... Здоровый такой он у нас и есть. Это сидит скромница. Залезет в шкаф и меня теребит коготочками. Главное, в двух чашках еда стоит. И все равно за косточки. Ну, это рыба. И главное, у него эти бакенбарды-то замазались от угля. Но он сам немножко серенький. Даже ведро облизывает. Тебя берегут, а ты бестолковый. Володя готовит, а они вокруг него утром рано. Дежурят. Дядя Вова, мы с тобой. А у Надежды Васильевны там рыжий. Ну, Паля-то где в шкафу сидит. Такая интересная, как маленькая обиженная какая-то девчонка. Второклассница. Начислили, за свет срочно платить. Вот тут у меня полотенчишко висит. Везде надписи. То есть не надеемся, что запомним это. Около плитки тоже надпись. Осталось только вспомнить про эту надпись. А? Осталось только вспомнить про эти надписи. Ну да, я говорю, чтобы не забыть, все записано на бумажку и клади в карман. А мне один говорит, так я положил, все сделал, но забыл про карман-то. Паля подошла, одна ест. Это что-то задумался, смотрит. А зачем? Он боится лезть, то там бабка его лезет кверху. А это синеглазая. Вот в избе только у меня 4. У Надежды без один кот рыжий. Да под храмом 5, 10. Вот так наградилась у меня. И притом не желаю, и объявление дали, и все равно вот они здесь. О, рычат между собой. О, смотрите, как сидят втрое. Та не пускает рыжую наверх. Уперлась. Да-да-да, то есть она туда не может. А та наверху караулит, она спустилась и перекрыла ход ей. Синеглазая бабку задерживает, а эта задерживала этого. А это вообще удивительно. Все начальники на крутых поворотах, говорит, не стесняй человека в воротах. Вот здесь ей пролезть надо в дырку, а та ее караулит стоит. А она и кто? Да никто. Двоюродная
внучка. Стала стоять дальше идти, неохота. А то интересно, как нависла над ней. Караулит, вот она. Вот. А ты когда будешь это, плиту вот эти, утеплитель-то погреб делать? Сегодня? Да, сейчас позавтракаем и начну. А-а-а. Тех накормлю еще, кошек. Понятно. Вот мы утром проходим здесь, считаем. Сейчас я тут Ольге открою. Ольга Николаевна, ты как на вахте сидишь. Молодец. И главное, без очков. И все, гляжу, ни разу почти не промазала. Следить, чтобы Сергей считал правильно. Но интересно так. Это тебе разнообразие в жизни-то хорошее. Гости ко мне сегодня едет, троюродная сестра, почти ровесница, с Вылково. Так вот, должна позвонить, мне ее встречать надо. Ну, может быть, успеем с Сергеем еще все дочитать. Ну да. Вот так, стихотворение у нее тут есть. То у меня иконостас. Маленький. Там у меня было икон 90 с чем-то, а тут или больше 100. Я уходил что-то. О, Сергей пришел. Что говорили тут? Да, Сергей Павлович, ко мне гостья должна приехать, позвонит, тогда я, наверное, или махну рукой, или чего, не знаю, как сообщить-то. А-а-а. Не знаю, когда. Ну, должна вот утром. Мне ее встречать, она здесь не была практически. По одеждам. Ну, понятно. Ну, не беспокойся, я перехвачу вахту. Хорошо, я или напишу, или как-то скажу тогда между перерывами. Да, молодец. Ты мне всегда нравилась. Хорошая ты. Так. Слава Христу. Слава. Так, ну что, продолжаем, да? Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Книга «Чашу после вечери» сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерти Господне возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно...» Так, наводит порядок. Сейчас он ее. Это синие глаза, это белый. А Паля наблюдает на стадионе. Так, пошла. Вот у нас тут плита, чтобы не заскочили. Все, железом закрываем сразу. Вот с двух сторон. Потому что была одна же кошка, заскочила на плиту, а выскочить некуда. Ну тогда обошлось как-то. Залечили. А этот-то здоровый, крепкий. Воришка такой. Вчера со стола рыбу утащил. У дяди Вова. А виноват, я открыл, тут что-то сунулся, кто-то пикнул. Я решил посмотреть, кто. Прихожу, она ее уже рыбу приоткрыл, я там хлебницу оттуда вытащил, уже на полу ее крошит всем. Ну, пришлось разбираться с этим. Сегодня у нас 3 декабря 2019 года, вторник. Сегодня выложу. Как выставляется, может, посмотришь, может, тебе пригодится. Это утром тут насчитывается. Ух ты. Сегодня пробовать буду первый раз. Благослови тебя, Господи. Вот, пришла сарапаться. Помолимся по мне, брат. За хорошее. А тебя кто обучал? Паля, Паля. Вячеслав. Вячеслав. Вот он, я так и подумал, больше у нас учителей-то. А я Рому обучил. Не начитывать, а
уже начитанное обрабатывать, это тоже очень много времени занимает. Итак, готово. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Книга «Открытым оком», том 12, вопрос 2680, тема «Старообрядцы». Каково ваше отношение к возможному визиту Папы Римского в Россию? Костюм висит, и вот кошка рыжая лезет в рукава, кайфует. Потому что подруга там под мышкой, пот, это связано, видимо, с валерьянкой, он что делает? Этот лежит, смотрит на нее. Вот как. Поели рыбку, это рыжая здесь. Это голубоглазка называется. Голубые глаза. И синеглазка зовем ее. Кошечки. Не могу определить никому. Держу кошек. Надежда Васильевна заказала. Это у меня тут Паля. Паля пришла из подпола. Красавица мохнатенькая. Вот она сама отгребает. Так. Ну, давай, давай. Давай, 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 давай. Вот как, давай. Вот так. Иди скорее, иди, иди. Ну, не осмелится никак. Вот так. Давай. Ну-ка, давай, давай. Вот она где. Ну. Что ты такой? Ну-ка, давай, давай. Вот она как. Вот она залезла. Это у них ходят туда, под пол. Хвостик торчит. Вот так закрываем маленько. Вот так вот. Несколько слоев материи. Они сами открывают. Залазят, и в избе чисто, не пахнет. И не убирать не надо. Вот так.